Всем привет! Сегодня хочу вам показать покупки, сделанные мной в магазине Литуаль. Для начала покажу маски. Сейчас в Литуале акция. Покупаете одну маску, вторая маска идет в подарок. Вот я купила вот такую двойную маску. Мультивитаминная восстанавливающая маска. Стоила она 139 рублей. И вот такую вторую маску, увлажняющую, я взяла в подарок. Вот вторая маска одинарная и стоила она 109 рублей. Ну, думаю, маски никогда лишними не бывают. Буду пробовать. Затем я взяла две такие новиночки. По крайней мере, до этого я их не видела в этом магазине. Вот такая серия Электро. Бальзам для губ Baby Lips. Первый коралловый заряд. Вот так сводчик выглядит. Вот верхний. Такой бледно-бледно-розовый. То это в два слоя нанесено. Вот. И второй — это ягодный взрыв. Вот так он выглядит немножко необычно. То есть я когда вот этот цвет увидела, я думала, брать или не брать, но потом любопытство пересилило, и я его тоже взяла. Вот видите, они вот так оформлены. Интересно. И вот сводч на второй бальзам. Это вот, вот второй. Такой он ягодный. Это тоже в два слоя нанесено, так когда первый слой практически не видно. Буду использовать. Затем, и стоили они, сейчас я вам скажу, сколько они стоили. Стоили они 85 рублей. Затем я взяла вот такой карандаш. У меня уже куда-то крышечка улетела, пока я бегала к малышке. Вот такой вот карандаш, но с крышечкой, он еще сейчас не буду искать. Здесь щеточка, здесь сам карандаш. Сейчас покажу. Это карандаш от Литуаль. Стоил он 299 рублей. Мне его посоветовал консультант. Вот так он называется. И это, сейчас сфокусируюсь, я вам скажу, 703-й. Номер. Вот. Почему-то, извиняюсь, телефон совсем перестал фокусировать. В общем, 703 номер. Вот на него свочит. Я так тоже ярко нанесла. У меня цвет волос светло-русый. Можно сказать, блондинка. Брови практически не видны. И думаю, вот такой цвет мне подойдет. Если, конечно, сильно ярко им не делать. Ну, буду пробовать. Я только сегодня купила, еще ничего не пробовала. Затем у меня была спонтанная такая покупка. Мне захотелось какую-нибудь новую туалетную воду. Я там разные ароматы стала пробовать. И вот мне консультант посоветовал вот такую воду. Вот так называется. Я не буду читать, чтобы не коверкать название. Я уже прочитала, что создан был этот аромат в 2011 году, что он такой цветочно-фруктовый, там ноты апельсина, мандарина, клубники. Сделано в Италии, 30 миллиграмм здесь. Вот. К сожалению, не фокусирует. Вот. И вот так выглядит флакончик. Вот такой. Что я могу сказать? Приятный, он такой немного освежающий. Клубнику я там не чувствую, я чувствую цитрусы. Такой ненавязчивый. Вот где-то он, я уже час, наверное, прошел, как я попользовалась. Пока все прекрасно держится. Буду пользоваться. Вот такой. И последнее, что я взяла, это было два набора. Все у меня падает. Потом все подниму. Первый набор вот такой для девочки. Как вы видите, здесь входит шампунь, бальзам, ободок. И вот такой гель для душа и шампунь тоже. Вот так вот он выглядит. Шварцкоп. Вот. Это опять-таки впереди Новый год. И я постепенно покупаю подарки для друзей и подружек моей дочки. Еще у меня племянницы и племянники есть. Вот так сзади. Можно здесь куклу вырезать, наряжать. Вот здесь написано, что входит в этот набор. Так,
это для девочки. И сейчас такой же набор, только уже для мальчика. Вот такой набор тоже. Как вы видите, здесь игра. И тоже шампунь, гель Шаума и гель для душа и шампунь от Фа. Вот тоже вот так выглядит красиво достаточно. Я имею в виду красиво для подарка, что вот он уже в упаковке. Вот сзади вот так оформлен. Я считаю, подарок полезный. Вот что сюда входит. И стоили эти наборы каждый по 180 рублей. Они изначально стоили 300 с чем-то, а были со скидкой. Вот я взяла, сейчас думаю, что надо было бы еще взять. И также забыла вам сказать, что вот эта вода стоила 999 рублей. На нее была скидка чуть ли не 60%, как мне сказала консультант. Ну, в чеке тут просто уже ее цена. Вот чек. Как вы видите, туалетная вода. Вот 999 на самом верху. Вот это были все мои покупки в магазине Литуаль на сегодня. Всем огромнейшее спасибо за внимание и до новых встреч!